Здравствуйте, я Мария Корниенко. Я творческий и разносторонний человек. Увлекаюсь рисованием, собираю пазлы, очень люблю животных и всегда добиваюсь своей цели. Я работаю в компании «Бабушкина крынка» уже 3 года и занимаю должность заведующей объектом общественного питания. У меня замечательная семья и верные друзья. Их я люблю баловать вкусной и полезной едой. Вы знаете, незаменимым продуктом питания в рационе человека является молоко. Из молока получают сметану, творог, сыр, масло, сырки. Без этих продуктов невозможно представить свой завтрак, обед или ужин. Я точно знаю, молоко – это наше белое золото.